Какая судьба ждет Самара-арену после завершения чемпионата мира по футболу? Уже известно, что стадион станет домашним для крыльев Советов. Кстати, первая игра состоится 31 июля с ЦСКА. Кроме этого, руководство области намерено сделать космическую арену настоящим спортивным кластером региона, адаптировав ее инфраструктуру под различные дисциплины, например, пляжный футбол. Также на территории разместятся центр спортивной медицины, тренировочная база для паралимпийцев, фитнес-центр. Ведутся переговоры с танцевальными студиями. Поле арены обработают специальным покрытием. Это даст возможность проводить там концерты, не травмируя газон.